запомни имя Ассала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Всем привет, с вами я, ребята, Аля Касала. Всем привет, ребят, с вами я, Олег Касала. Ребят, хочу напомнить сразу, быстро, коротко и дальше, чтобы у вас было приятного просмотра. Так, на грув встал Санти Асала, вот, на лидерку. Первая лидерка на Атмосе. Короче, мы решили, что мы будем друг против друга коптиться по правилам ютуберских. Мол, типа, его подписчики против моих подписчиков. Вот так началось. Сразу говорю, инвайчу я всех моих подписчиков на пятый ранг сразу. Сразу в кап состав. Ребята, у нас нету конференции скайпа и так далее. Ссылка на дискорд я оставлю в описании. Мы только сидим в дискорде и общаемся там все вместе, все дела. Короче, для нас нету разницы. Подписчик, друг, кто там, Вася. Короче, залетай обязательно в дискорд, братцы. Есть тут мой промокод, ребята, Аля Касала. При первом уровне, когда вы заходите, регаетесь. Вот, вводите Аля Касала, там есть место. На третьем уровне вы получите 50к. А на шестом уровне получу 80к. А с шестого до 9 уровня x2 прокачка аккаунта, ребят. Я думаю, это охуенно, наверное, братцы. Вот. И, блядь, админ ко мне тпшнулся напоследок. Вот. Ставьте лайки. Ребят, подпишитесь на канал, подписывайтесь, поставьте колокольчик, чтобы вы о стримах узнавали и так далее. Вот, а администратору Тому Волфу особенный привет. При концовке, когда я хотел говорить вам приятного, ребят, сочного просмотра. Каждый второй сульт. Да их моментально варнят. Это вы просто должны байтить их похуй, пока там проёбываете, по варнам бить. Всё. Ой, так много. Алик, нельзя варнить за эту клюшу? Нет, легко доступно. Блин, я боюсь. В натуре. Блять, Эд, ебаный, мы с одной точки все заходим. Еще пару человек в дома. Еще в дома. Не тратьте патронов так много. Не влазите. Сделайте приезд, пожалуйста, до третьей минуты. Да похуй, играй как хочешь, блядь. Приезд сделать, то это терва дадут, вроде бы нет. Спину тоже смотрите, ребят, блядь. Не, нет никого. Блядь, с домов сейчас обходить будем. Этот, стрип-бар один. Может, синие дома пойдем? Да ладно, как ты не сдох? Воу-воу-воу, как мне... Найс. Готовы? Копти. Готовы? Копти. Пошли. Погнали. Все. Давайте тащим кап, пацаны. Давайте, погнали. Арабьте их. Попал по одному. Сливайтесь. Видишь, все, они нас зажимать начинают. Ну, зажались? Не получится они. Да, они зажимают, слышишь? Армандо, за мной идем. Вон они. Так, я офнулся, короче, сейчас зайду. Боже. Меня слил! Меня помогли. Ну я же говорил, зажимать будут нас. Пошел нахуй, блин. Офигенно. Минус 2, все, я минус 3 дал и слился, все. Блин. Мне 20 хп. Поехали. Что, все готовы? Ну пошли. Только давайте так, чтобы они нам путь не закрыли, ё-моё. И держитесь мясом, самое главное, держитесь мясом, ребят. Здорово, пацаны. Привет. Вот, они пришли уже. Разве стены выходить можно? Сейчас ты, сейчас ты, 256 улетает, так сказать.
Давай. Как они меня попадают по мне, я не понимаю. Не да, дайте им залезть к нам. Ребят, держите угол. Главное, держите дом. Под нами прям, вот здесь под нами. Сверху. Здесь тычку дал, найс. Хорош! Эй, да чё они не вытихли? Охуенно мы пришли, блядь, правда. Это не, да. Это бред вообще, это бред. Они сбивают, мне, я не знаю, как играть. Я только включили. F9. Давайте все вместе соберемся, блядь, вместе будем бегать. Так больше шансов, ребят. Конечно, конечно. Вот я на крыше, не знаю, как. Нас об... Нас бегайте обошли. Все за Аликом. Сигареты с мироканием данным. Бля, у меня не все стрелы на эмку. Я только что узнал. Я сейчас стреляю, у меня замечательная эмка. Все, батя зашел. Ребят, просто держитесь, не знаю. Плюс, играешь, держитесь, по одному не бегайте. Так, мы больше крышу заняли. Мне чувствуется, как наш просто. Гор хилься, ара, это уже хильно. Сдали арабу, снимите эту ебаную. Сдали арабу. Дальше идем хорошо. Бил. Молодец! Ну, все-таки, блядь, тактики работают. Вон двое! Убейте! Жмите, блядь! Блядь, сейчас я их убью. Просто не выходите вон, открыть. А снизу увидел. Бля, они тупые, они просто могли... И чё, Куин, иди ко мне и хилься. Да как? Чё вы не прикрываете, стоит там? Обходите, обходите, пикпен, давайте, ребят. Валера, не надо, нас мало, смотри, сколько их автов. Хотя чё, давайте это... спускаемся все вниз, спускаемся. Спускаемся все, все, спускаемся к домам идем. Да мы жнём их, Алик, ты издеваешься? Видите, раз, долбоёб щитом меня убил. Алик, тут щиты заливать надо, не? Да-да-да. Блять, Владик, да 303-й ID и флуданите то, что он с эймом. Хуй, блядь, несчастный. Нас обошли, арабец. Ну что меня убили, блин, давай не зараж. Я сейчас РК-шусь, я это, дома появляюсь. Я там рядом живу. Чё тут за РК-вар не дают? Дают. Ну ладно, попробуем. Аккуратно, сверху прям. Ну так-то они слабенькие, бабочки должны выиграть. Пацаны, давай. Они ко мне пришли. Они слабенькие, попытайтесь еще багов дать. По сути, ну, не багов дать. Они прям в мяч летели, но не смогли. Не надо было просто слазить. Бля, у меня быстрый бег. А, сзади. А нет, это тупорная херобора. Проиграем, потому что все спикпены спрыгнули, и они подлетели, их еще больше приехало. Олег, я с тобой. Там возле домика есть. Арабят, беги. Меня убили.